Дома на улице Турбинной, предназначенные для детей-сирот и переселенцев, строились уже несколько лет. Застройщик не выполнил обязательства по договору с администрацией города и не уложился в срок. Дело разрешили в суде. С 2010 года я встала на очередь. Вот уже 6 лет. В 2013 году я, получается, обратилась в прокуратуру с иском, обязать администрацию. В итоге дали квартиру через 3 года после судебных разбирательств и всего прочего. Мы переехали, заселились, ремонт мы не делали, потому что, недоделки мы, конечно, переделали. Где-то подтекала вода, где-то там бачок, то есть, в туалете, такие мелочи. Но то, что кривые стены, кривые потолки, это мы, конечно, уже не учитываем. Это мы будем уже, наверное, потом все переделывать, пока мы за это не брались, пока нам нужно все там закупить, мебель, все такое. На данный момент знаю только одного человека, который переделал комнату. Не всю квартиру, а только комнату. Сделал под себя, как ему понравилось. А так, в принципе, ремонт, скажем так, достойный. То, что жить можно, заезжать и жить, и не обязательно там что-то переделывать. Обычно проблема — это то, что окна потеющие, даже не заделанные подоконники. Здесь в данном случае, сегодня, конечно, не ветреная погода, но продувания нет. С подкосом, компенсации нет. Есть проблема с электрическим счетчиком. Дом, соответственно, поставлен на управление. То есть определена управляющая компания «Оренбургская», которую будем устранять. Посмотрим мы, конечно, на отсутствие плесени на откосах, потому что это первый признак того, что не работает вентиляция. И различные строительные недоделки, которые также могут быть выявлены уже узкими специалистами. Каких-то грубейших нарушений технических строительных норм и правил здесь не выявлено. Я много чего переделал, могу показать вам. Цемент он лежит, стяжка вообще залита. То есть не то, что там на глаз, как иногда делают, а там даже не на глаз. Я в один угол засыпал только пол мешка цемента, чтобы мне шифонер поставить. А еще плюс ПГС туда добавил. И вот насколько пришлось, сами представьте, поднять. По самому дому хочу сказать, что дом довольно-таки непростой. Застройщик здесь практически несостоятельный. Если вот как с другими застройщиками, можно в рамках гарантийных обязательств обязать его восстанавливать какие-то замечания, какие-то нарушения, допущенные именно при строительстве, и гарантийные обязательства, то здесь сложности серьезные. Мы в судах, эта процедура очень долгая. Что бы, конечно, хотелось пожелать, это чтобы сироты тоже были достаточно активны в том плане, что такие текущие недоделки, которые у нас с вами в любом жилом помещении бывают, и по общему имуществу, и по содержанию прилежащей территории, они, конечно, устраняются тогда, когда нет задолженности по оплате жилищно-коммунальной услуги. Потому что как раз за техническое содержание и ремонт за счет этой платы могут устраняться недостатки. Гульнара Давлетолинова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.